Добрый вечер, меня зовут Анна, я руководитель студии «Фламенко Альенто». Сегодня мы проводим первое пробное занятие для начинающих. Мы находимся в танцевальном зале «Сфера» на Петровской, 103А. Итак, начнем. Думаю, вы видели, что такое, знаете фламенко. Если не видели, то, думаю, в конце занятия у вас будет точно желание зайти хотя бы на YouTube и посмотреть, как это делают профессионалы и насколько это круто. Вот. И фламенко – это не просто стиль и направление танца, это целая культура искусства, которая является наследием даже ЮНЕСКО объявленной. Вот. Сегодня мы с вами позанимаемся, соответственно, сначала начнем с небольшой разминочки. Вот, и попробуем что-то сделать, потанцевать. Это будет, сразу скажу, непросто, вот, но не пугайтесь. С первого раза ничего не, не получится все. Вот, что-то точно получится, будем смотреть и пробовать. И с одной стороны, нам не надо прям супер просто сделать, да, чтобы вы не подумали, что тут два приклопа, два притопа, а с другой стороны, чтобы вас заинтересовать и все в таком духе. Начнем. Moi danse, et salée n'est pas la cadence. Faut couler des gouttes de sueur sur mon cœur. Danse tout contre moi, danse. Tes jambes mouillées s'avancent. Je sens tout battre la fureur de ton cœur. Раз, два, три, четыре. Раз.
вращаем кулачками. Старайтесь вращать только кулачками и не двигать локти. Да. К себе. Теперь держим, раскрываем, жарим. Почувствуйте, как напрягли прям пальчики. Но не переусердствуйте. Кому не видно, я открою наверх, но лучше перед собой держите, чтобы не было сложно. К себе, свернули, раскрыли, раскрыли. Давайте я буду так. Сначала выгнули кисть, как будто импульс у вас идет из ладошки. Раз, согнули, провернули, раз, полураскрыли и раскрыли. Опускаем вниз, через стороны.
прекрасно, все хорошо. Обращаемся вокруг себя. Присаживаемся. Стоим, вес у нас на левой ножке. И бедром себя как будто вращаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поменяем ножки направо. Добавим сейчас ручку. Ручка будет вращаться все время в одну сторону. К себе и к себе. К себе. Сейчас попробуем добавить руки, да?
Лежат что-то такое мягенькое и пушистое. И ладошки держим. Есть несколько звуков во фламенко. Звонкий и глухой, да? Если это глухой, то ладошки немножко такой округлый. Три, четыре. Thank you.
сначала похлопаем. Раз, папа-пам, пам, два. Thank you.
попробуем. Очень распространено, можно так сказать, да, во фламенко боди-перкуссия, то есть когда хлопают по себе. Хлопают ладоши по груди, по бедру, можно даже сюда и сюда даже. Вот, да, вот. Давайте попробуем. Раз, два, три, по бедру. И развернулись. Раз, два, три, по бедру. Раз, два, три, по бедру. Раз, два, четыре. Раз, два, три, 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 четыре. Thank you.
как бы тут музыки могут быть другие немного от акцента. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Сейчас.
Thank you.